В каком состоянии находятся нежилые помещения, здания, строения, сооружения, проверила выездная комиссия Щелковского совета депутатов совместно с сотрудниками торгово-счетной палаты отдела по благоустройству и управлению имуществом Щелковского района. Благодаря таким объектам муниципальная казна городского поселения Щелково регулярно пополняется. Многие из помещений уже сдаются в аренду, какие-то только планируются к передаче. Так, в микрорайоне Чкаловский депутаты осмотрели несколько помещений, в том числе подвальных. В ходе проверки выявлены недочеты и нарушения. Помещения либо находятся в ненадлежащем состоянии, либо возникли проблемы с арендой. Некоторые подвальные помещения у нас находятся в шикарном состоянии. Это вот шоколадная студия, которые забрали помещение через аукцион, платят около 600 тысяч в городской бюджет. Мы ими довольны. Вот, наверное, как-то сможем их даже наградить от руководителя администрации. Вот, некоторые подвальные помещения не сдаются, закрыты, собственников не выявили. Будем выяснять с управлением по имуществу, находить арендаторов. Вот, будем заставлять работать, либо отказываться от помещения. И будем находить социально направленных арендаторов. Как минимум для пополнения городского бюджета Щелково. Также в ходе выезда депутаты проверили выполнение работ комплексного благоустройства дворовых территорий городского поселения Щелково, по которым уже подписаны акты выполненных работ. В целом увиденным остались удовлетворены, однако несколько замечаний по площадкам города все же есть. Их корректировку депутаты планируют держать на контроле. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.